Сегодня ярославские волонтеры вернулись домой. Накануне в Москве завершился Всероссийский форум «Доброволец-2017». В этом масштабном мероприятии приняли участие более 200 волонтеров из нашего региона и тысячи молодых людей по всей стране, со всей страны. Предшествовало этому событию три образовательных дня для лучших волонтеров России. Форум стал открытой рабочей площадкой для развития системы взаимодействия между волонтерскими организациями. У нас в гостях сегодня участница грандиозного события, на котором выступал, кстати, президент России Владимир Путин, Любовь Марьяненко. Люба, привет. Здравствуйте. Тебе посчастливилось стать участницей такого масштабного события. Расскажи, с какими впечатлениями вернулась? На самом деле впечатления самые положительные, несмотря на то, что мы простояли в очереди на улице около часа, прежде чем войти во дворец спорта, все это забылось, как только на сцену вышел Дмитрий Губерниев и открыл концерт. А какой делегации приехали на форум? Вообще, как ты там оказалась? Делегация Ярославской области была 200 человек, это 4 автобуса. За несколько недель был заочный конкурс, где мы заполняли все свои достижения, и по итогам вот 200 лучших волонтеров не только из Ярославля, но и со всей области попали в список. Самый главный гость – президент Владимир Путин. Какие впечатления от встречи? На самом деле очень приятно было то, что инициатором этого праздника был как раз Владимир Владимирович Путин. Он поблагодарил нас за нашу деятельность, за наши вложения. Вот. И следующий год объявил годом добровольца, что очень приятно. А про что еще говорил президент? Ну, конечно, не осталось без внимания тема дальнейших выборов предстоящих. Спрашивали участники, будет ли он принимать участие, на что Владимир Владимирович спросил, поддержит ли молодежь его в данном решении, и молодежь практически единогласно всем залом сказала «да». Люба, был большой концерт, какие звезды выступали, какие вообще впечатления от вот этой вот большой встречи, с какими эмоциями вы вернулись и вообще мотивированы ли вы на какую-то дальнейшую волонтерскую работу? Да, безусловно, мотивированы мы всегда, чтобы помогать людям, но когда на сцену выходят звезды Сергей Лазарев, Алексей Воробьев, Айова, хедлайнером был Тимати, на самом деле это... Большая радость, что они тоже знают, что да, есть такие люди-волонтеры, которые помогают, готовы делиться вот своими эмоциями, впечатлениями и помогать другим. Они поддерживают и выступали прям для нас. Большое спасибо. Ну, я напоминаю, что у нас в гостях была Любовь Марьяненко, которая вернулась со Всероссийского форума волонтеров.